Владимир Путин поручил установить ежемесячную выплату на рождение первенца. Об этом он заявил сегодня на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Его будут начислять, пока ребенку не исполнится 1,5 года. В среднем в следующем году пособие составит 10 523 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января, пока программа трехлетняя. Подчеркивается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей. Сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящие десятилетия. Здесь нужна активная, последовательная работа по всем направлениям и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. Что касается рождаемости, то на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям. А это как раз, как правило, семьи и с небольшими доходами. Это ведь молодые люди, которые либо еще учатся, либо только вступили в трудовую деятельность. Доходы очень скромные, как правило. И это часто сдерживает рождение первого ребенка, появление первенца. Повторю, речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, и чтобы условия их жизни улучшалось медицинское обслуживание. Также президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования. Высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых. Призвал глава государства повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Правительству вместе с регионами поручено проработать график реконструкции детских поликлиник. Владимир Путин напомнил, от качества заботы о детях зависит будущее страны.